Президент Республики Молдова приглашена в Брюссель. Майя Санду предлагается выступить на пленарном заседании Европарламента. Руководство группы Европейской народной партии направило главе Европарламента Роберте Мецола соответствующее послание, которое было принято на конференции председателей парламентских групп. По словам вице-президента ЕНП Зигфрида Муришана, в письме, адресованном Роберте Мецола, говорится, что в напряженном политическом контексте восточного соседства в регионе есть страна, где существуют позитивные сдвиги. И это Республика Молдова. «Я сказал, что сейчас в Кишиневе имеется проевропейское политическое большинство, которое в последние месяцы показало, что хочет и может проводить ожидаемые населением реформы. Большинство, которое стремится к сближению с Евросоюзом. Я также сказал, что главным действующим лицом этой позитивной эволюции в Республике Молдова является президент Майя Санду. Вот почему, пригласив ее на пленарное заседание Европарламента, мы подаем четкий сигнал относительно поддержки реформаторских усилий в Кишиневе и сближения между Европейским Союзом и Республикой Молдова, уточнил депутат Европарламента. После того, как вопрос будет одобрен на конференции председателей парламентских групп, Роберто Мецола направит официальное послание Майе Санду относительно выступления на пленарном заседании Европейского парламента.